Огневич призналась, какие чувства испытывает к Торопате после холостячки. Певица Злата Огневич, которая недавно отпраздновала свое 36-летие, часто общается с подписчиками в Инстаграме в формате «Вопрос-ответ». Артистка старается быть искренней со своей аудиторией, поднимая даже самые пикантные темы. В этот раз она рассекретила размер своей груди. Кроме того, каждый раз холостячки задают один и тот же вопрос. Какие отношения у нее с Максимом Торопатой? Поклонники все еще имеют надежду, что исполнительница даст второй шанс влюбленному мужчине. Огневич решила рассказать всю правду, опубликовав фотографию с 32-летним бизнесменом в сторис, сделанную во время новогодних праздников. Звезда написала, что с Максом их объединяет крепкая дружба. Настоящая дружба, которая только может быть между мужчиной и женщиной. А вы же знаете, насколько Макс крутой, сообщила Злата. Помимо селебрити и участника «Холостячки 2» на кадре присутствуют еще и их сестры, двоюродная Торопаты и родная Огневич. К слову, как и на проекте, Максим продолжает покорять свою возлюбленную креативностью. Вокалистка праздновала свое день рождения в Африке и получила от мужчины необычный подарок. Участник романтического шоу записал для именинницы видео с участием 9 темнокожих мужчин. Красавица Злата Огневич. Максим поздравляет тебя с днем рождения. Будь счастлива, бусинка. Говорят парни. Друзья, внимание! Внизу под роликом есть ссылка на интернет-магазин качественных и недорогих повседневных товаров. Магазин О-ля-ля. В нем вы найдете большой выбор женской, детской и мужской одежды. Игрушек, косметики и аксессуаров. Товаров для детей, дома, животных и электроники. Доставка по всей Украине, оплата при получении. Гарантия качества. Заходите. Выбирайте. Покупайте.